ты уже чекал новую игрушку, да? Нет, именно с нее я не играл. Я посмотрел твой видос, ну и видел как бы еще видосы, и все. Сам с нее не юзал вообще. Да и зачем? Я понял ее принцип. Типа. Там щит есть, короче. Офигенное оружие, я говорю, мне кажется, если пистолет и ножи с модулями, то есть там, я посмотрел по лайтке, какой дамаг летит, у нее еще сколько там, 60 пуль в этом, в обойме, да, у этого Негева? Слушай, больше, да. Короче, да. Нет, ну что-что, они, ну конечно, блин, чувак, это новое оружие золотого класса, то есть, типа оно наравне вон стоит с этим. White Tiger. Старый ивент на Эбизонде набирается. Короче, здесь пули есть. У тебя пуль нет, потому что ты не играл вроде. И там, короче, стреляешь, и ты должен попасть на зомби. Если там выбьешь, там есть золотой ящик. Допустим, там сейчас какой-то обычный ящик. Есть, короче, золотой, там может какие-то пушки какие-то выбить, не помню, какие бафы возможно там и всегда. Вот. И здесь главное попасть в зомби. Если ты в людей, попадаешь, то опять, короче, все сначала. Потому что тебе нужно максимально выбить зомбарей максимально. Сезон, пацаны, вот. Вот сезон этот. Честно, я разочаровался немного. Я на фотках думал, там будет что-то поинтереснее. Ну, зато 100 уровней, как всегда, как бы. Круто. Да, последние два левела это тенденция. Ну, скины прикольные. Мне понравились скины. Какие скины? Интересно. Скины на зомби и стампера. Серьезно? Блин. Ладно, я не буду комментировать, у меня такое мнение, короче. Не очень мне они понравились, мягко говоря. Скины прикольные. Потом краски. Неплохие краски, я так скажу. Неоновые особенно. Там, вообще нормально так. Ну, мало красок, на самом деле. Надо бы побольше добавить. И также еще вот ты показываешь всякие эти предметы, типа... Как эта штука называется? Костюмы, во. Ну вообще могли бы, конечно, интересно. Еще, кстати, вот новые два оружия. Плазма, да? Оно, видимо, только за уровни. То есть придется качать в обычном уровне, то есть не покупать. Вот. Поэтому как бы обзор на обычную плазму не будет. Блин, чувак с битбоксом, это, конечно, жестко. Вот плазма, его пока что нельзя будет потестить, я посмотрел. Ну, на ТМ уже есть, короче, тайма, как он правильно там называется. Привет, ну, Агарт. Привет, плазма. Спасибо, что присоединился. Ну, такой вот киберпанк. Спрей еще, кстати, они... Вот это, кстати, прикольное не граффити, на самом деле. Жалко, что он только платное. Не, анимационный, я думаю, только последнее будет. Кстати, еще очень интересно увидеть, какой тейл. Вот в этом сезоне, какой там тейл. Что такое тейл? Ну, знаешь, сзади, когда бежишь, остается тот след. В конце же каждого сезона свой уникальный тейл, типа. Типа как хвост ЛГБ. Ну вот, это лайтка, короче, просто. Как тебе, Саша, вообще лайтка? Сейчас он, да, правда, пустит лайтка, я помню, интересно. Как шишка греется вообще от лайтки у тебя? Так, давай не будем такие вопросы на стриме обсуждать, да? Тем более, это видео будет, если не забывай об этом. Что ты говоришь? Вообще, есть у меня инсайт, что добавит еще два новых персонажа. Да, я тоже видел их. Это и будет точно 100%. Ну, это для следующего видео, пацаны, я вам расскажу подробнее. Причем там женский персонаж, он просто офигенный. Я сказал потом, расскажу. Вот. Женский. Мужской, как всегда, какой-то такой, типа а-ля вот этот рядовой Джерард. В таком же а-ля костюме он. Но женский, он просто офигенский. Да. Ты бы, Сань, хотел на такой доске прокатиться как-нибудь? На хоуборде, вот на этом. Хоуборде? Вообще, там, в 2018 уже ходу релизнули. На нем уже нельзя кататься, это так, чисто мини-крокодил. Просто скину. Вообще, было бы прикольно, если можно было на нем кататься. Было бы интересно. Ну, да. Короче, все, вот такой вот. А, я же герой. Помнишь? Опять. Вот, ребят, вот это я понимаю. С
кинь мне какой-нибудь, ты где вообще? Все, Сань, тут как раз тебе на контент подойдет. Где шарахаешься? Сейчас играю с новым пулеметом, слышишь? Я не знаю, где ты. Да и на пулемете опять на этом тусуюсь, где мне еще? А, не, мы в другой комнате тусуем. Ну, покажи, как играют пацаны. Ну вот я знаю, какой-то режим включил. Вот отключил его. А, ну офигенно, кстати, поигрался. Мы наигрался-то, походу, с пулемет. О, мне ранг повысили, что ли. Теперь я крутой. О, кстати, здесь, да, здесь какая-то лига есть. Даже зомби Z в какой-то лиге. Нифига себе, кстати, как у них круто вот насчет вот этого ранга. Ну, у нас так же. Блять, наверное, когда нам это сделают вообще? Просто нам сделают это когда-нибудь или нет? Так. О, у меня, кстати, 3 патрона дали. Слышите, тоже должны дать патроны, нет? Сейчас посмотрим. Да, дали. Чтобы застрелиться наконец-то. Давай. Все, я стреляю. Стреляй. Ну и что надо там нажать? А, вот так. Ну что у тебя? Ну, кого бы взять? Ладно. Что у тебя есть, давай скажу. Что-то нет, какой-то там Z, какая-то коробочка выпала и все. Не, у тебя зомби было или хуман? Хуман. Ну тогда ты проиграл, братан, собака. Проиграл.